Привет из Болгарии, и сегодня приготовим болгарский потатник. Картофельная запеканка или картофельный пирог. Для этого нам понадобится килограмм картофеля. Сейчас поспела молодая картошечка, и из нее потатник будет просто нежнейший. Сыр. Такой вот творожный, типа брынзы, или можете взять фета. Сыр швейцарский, российский. Здесь он у нас кашковал, просто твердый сыр. 3 яйца. 3 столовые ложки оливкового масла, перец, соль по вкусу, пучок зелени, укроп, лук у меня. Вы можете выбрать и базилик, петрушку. Будет также вкусно. Для начала мы натрем на терке наш картофель. Наш картофель готов, натерт на терке. Теперь мы его хорошо перчим. Солим. То есть соль мы потом перчим. Красная сладкая паприка. Мелко нарезаем лук. Можно использовать как зеленый лук, так и обыкновенный репчатый. Добавляем лук к нашей картошке. И зелень, которая у вас есть. Это может быть укроп, петрушка, базилик. Добавляем зелень и тщательно перемешиваем все ингредиенты. Наливаем 3 ложки оливкового масла. И еще раз тщательно перемешиваем. Форму мы обильно смазали сливочным маслом и присыпаем манкой. Кукурузной мукой или сухарями, что у вас есть под рукой. Так. Выкладываем сюда нашу картошку. Разравниваем наш картофельный слой и готовим заливку. Для заливки взбиваем 3 яйца. Так, просто разламываете, раскрашиваете сыр. Можете сыр натереть на терке, можете раскрошить. Вкус блюда от этого не поменяется. Размешиваем нашу заливку. И поливаем ею наш потатник. Хорошенечко разравниваем. И ставим в разогретую духовку на 180 градусов. Когда наш потатник подрумянился, мы вытаскиваем его из духовки и посыпаем сыром, натертым на терке. Разравниваем и отправляем в духовку уже до готовности, как вы любите. Либо чтобы сыр расплавился, либо чтобы получилась золотистая корочка. Посмотрите, как подзолотился, подрумянился наш потатник со всех сторон. Какой он красивый.
болгары сервируют потатник с помидорами. Также можно подать к потатнику сметану и добавить в нее зелень или чесночок. Обязательно попробуйте приготовить это легкое блюдо. Добрый аппетит, как говорят у нас в Болгарии!